Всем привет! Привет! Доброе утро, доброе ночь, да? А мы идем гулять по ночному GBR, гулять прямо к Айну, прямо к глазу, да? Да. Здесь пойдем такой, на мостик, такой променадик, кстати, не можем сказать, что очень удобный, он деревянный, но когда по нему несутся скутера, несмотря на то, что написано, что нельзя, это стрёмненько, честно. То вот что это за такой дырка от бублика такая? Ну вот это и есть адрес. Дырка от бублика. А вот туда мы пойдем сейчас, смотрите. Дорого. Ух ты. Ух ты. Песочек. Всякие. Смотри, вот такие штучки, кстати, напоминают Сингапур, да? Вот эти вот. Ну, деревья эти. Деревья, типа. Да. Деревья вот. Электронно-электрические, умные какие они. А вот это Атлантис, да, светится? Где? А вон, прям. Ну, наверное, Атлантис, не знаю даже. Кто знает? Может, и Атлантис. Вы различили Атлантис? Кто знает, кто пишите. Мы пока врываемся в дубайскую ночь, в безумную дубайскую ночь. И идем вперед. Ох, за красивыми мальчиками в кондорах. Знаешь, у меня такое впечатление, что я в гидропарке. Да, в гидропарке. Это парк в Киеве. Наше впечатление, что мы, да, в киевском гидропарке. Ну, похоже, что-то похоже, да. Да, только нет, слава богу, пьяных людей. Пахнет пока кальяном. Не встретили, по крайней мере. Да. И как-то все развлекаются как могут. Ну, сейчас уже как-то такая темень начинается. Ну, как-то освещения особо нет, хотя вот телефон освещает. Везде музычка, везде всякие гуляния, куча песка, потому что это пляж. GBR это Jumeirah Beach Residence. Сейчас что-то какое-то прям, не знаю, ребята стоят, какое-то прям оттуда, не знаю, шоу, не шоу, а получается или с корабля, или с берега. Такие лучи прикольные. Да, ну, красиво. Даже чтобы уменьшить, чтобы все попало просто. А это получается, что корабль нажает. На плате, который работает. Красиво. Ну, идем вперед, сейчас взберемся по этому мостику и уже покажем эти деревья вблизи. Да, вот включаюсь уже, на мостик добрались. Я на дискотеку. Ты, Наташа, на дискотеку такая. Дети. Тут дискотека прям вообще всеми огнями возле этого бублика играет. Наташа отправилась смотреть, а я отправлюсь вам... Ой, машинка даже поехала. Я отправлюсь вам показать всю эту красоту просто вообще. Это что-то. И ты идешь по этому мосту и чувствуешь так, вау, это жизнь, это Дубай. Это вообще круто, смотрите. Это просто GBR. Еще есть Марина, еще есть Дейра. Ну, в общем, набережных много. Еще набережная возле нашего отеля мы покажем обязательно. У нас новый отель будет уже в обзорочке скоро. Но это просто чудо. И как хорошо, что вода рядом. Вода рядом, это чувствуется, что лето, это чувствуется, что все хорошо. Чувствуется, что никакого плохого действия на земле нет, что все закончилось. И вообще париться не нужно. Вот так я вас успокаиваю, у себя в том числе. Не знаю, где там Наташа, пошла реально на дискотеку. Ну, кстати, у нее мой телефон и ее телефон, так что не знаю. Ха-ха. Ежели чего, как что. Но я здесь, все прекрасно, вообще просто. Это сказка. Так что ничего страшного. Наташа найдется, все будет хорошо. Я надеюсь. Вот нашлась Наташа, вообще. Да? Да, ты что? Классная тусня. Там индийцы, там богатые, там блондинки красивые, с такими волосами, с такими кудрями, и такие танцы. Вот так вот. Все вот так вот. Ну, Наташа тоже уже потанцевала. Все, ну идем вперед. Такие, они в сари все одеты, красивые. Кстати, по этой дорожке машинки ездят, нужно осторожно. Да, аккуратно, причем они мчатся безумно. Только что парень на скейте пронесся. Да, тоже так было очень. Ты думаешь, возле тебя очень пронесся, возле меня нет? Да, очень. Ну как тебе вообще? Столько уже сегодня пройдено, а как тебе все от GBR? Классно, да? И все в огнях такое. Я не знаю, как днем. Мне вообще этот вот правый берег от тебя напоминает немножко Гонконг. Похож трошечки. Знаешь, все портовые города похожи друг на друга, все горящие огнем города, электричеством тоже похожи. Понятно. Ну, богатые города. Ой, как хорошо дышится, да? Да, можно даже масочку приспустить. Я уже давно без масочки. Иди вперед.
Ой, музыка классная, заводная. Хочешь, не хочешь, все равно затанцуешь. Да. Вот там такие мужики танцуют. Один как вообще как звезда. Мужики не танцуют. Мужики не танцуют. Не, классно, ты что так танцевать? Один в таком чуть ли не фраке. Красавчик. Провалилась чуток. Может, у него день рождения? Надо приехать. Может, может. Почему не пошли поздравить? Музыка классная. Ну что, народ, пишите в комментах, хотели бы под такую музычку запустить в Дубае? Хотите хорошую музыку, пойдите диджею, да? Ветерок, смотри, у меня волосы прям стали, вот так. Никакой прически не надо. Я уже с прической. Укладки. Да, никакой укладки. Ой, красота какая. Хорошо, как мозг делали, да, или как-то? Там, когда только это все начиналось, люди писали, как добирались на машине. Сейчас такое променадище вообще. Сейчас взял просто и идешь. Ну, сейчас вообще замечательно, конечно. Ветерок продувает. Да, даже прохладненько, ну, надо сказать. Ну, Дубай никогда не спит, это понятно. Это да? Уж точно. Да-да, смотрите видео про отель, как нас не селили, мне такие из окна. Привет, привет, там, давай тусить. А, только приехали. Нас не селили в отель. Какое там тусить, спали на рецепции. Ну, было прикольно, все равно нам потом номер дали. Это был самый высокий отель в мире, Гевора. Сейчас мы уже в другом отеле. Вот. Ну, сейчас мы то в Ильяне, то в Дубае, то в отеле. Чем путешествуем, снимаем контентик. Просто, как это, enjoy your life, наслаждаемся жизнью. Смотри, заходим уже. Места постоянно смотреть. Да, классно, кстати. Раздохнулся, да. И смотришь на... Посмотреть на залив. На красоту, на залив. На пальмочки. На мужчину секьюрити. Вон все, человек бросил покупки, просто наслаждается. Это классно. Вот уже подходим, что это за такие прям действительно. Но в Сингапуре, по-моему, чуть повыше были, мне кажется, чуть побольше и другие какие-то. Они, я, ты знаешь, я даже их не понятно, они, может, все одинаковые, но они были еще такие более синева. А в Сингапуре было типа более какие-то красные, розовые, мне что-то кажется, вот такое были. Деревья, растения, потом еще одновременно деревьями. Там какой-то способ полива, то ли они из воздуха брали. Хотя там все время влажность, да, практически в Сингапуре. Слушай, я не поэтому... помню, если честно. Ну вот как это мне кажется. Они же не просто вот это вот вымахали из металла чего-то, пластика. Там как-то вообще особо ни шоу, ни эти деревья, ну, не запомнилось. Ладно, не будем это, да, ныть, но нам не понравилось. Да, как-то, ну, слабенько. Просто нет, то, что мы ожидали, да. То, что рассказывают люди, ну, короче, народ, сначала посетить Сингапур, а потом уже Дубай. Потому да. Что эти два города очень копируют друг друга, я не знаю, кто кого, но Дубай пока выигрывает. Ну, не да, потому, что мы еще... живем в Эмиратах, а потому, что это правда, действительно. Да, в Сингапуре еще тяжелее в метро запутаться. Вроде все понятно, и ты все равно кругами ходишь. И тебе что-то объясняют, а ты все равно. Ну, вот так вот. Просто скажем, когда от Сингапура такой... мы ожидали большего. Три года назад мы ожидали там вау, а мы так приехали. А ну, получилось, что Сингапур, да, мы там. Будем праздновать с вами за ваши деньги. Вот так вот получилось. Нормас, короче, да. Ну вот, подошли, да, я покажу уже эти высокотехнологические. А, нет, там реально деревья, здесь как будто какие-то такие, действительно, как вот. Металл и огоньки. Экспо 2020. А что же оно делает? Ну, так, вот, оно что, вот это вот здесь? Навряд. Не знаю. Тень тоже навряд. Вот. Декор сейчас ты, и сзади тебя небоскреб. Вот это вот декор. И здание Бублик. Здание Бублик. Донатс. Ну, красиво, конечно. Не, сделано классно, но мы что-то думали, что это более деревья, как в Сингапуре. А сейчас мы говорим, что в Сингапуре, да, деревья красивее чуток были, да? Да вот так помню, вот. Надо вернуть, надо повторить. Обязательно. Хотя... Так, а ну давай-ка я подойду к одному дереву. Ну, что-то они делают. Смотрите, вот эти вот здесь вот красивые, между прочим, площадочки. Ой, деревья. Удобно. Смотри, играют какой, дети. Класс, сетка какая. Это ж надо пролезть по нему. Угу. Классно. Да, вот. Может, там панели какие-то солнечные стоят? Ну, может, такое, такое есть, потому делать? Что, да, такое так красиво сделали, а что-то должно быть интересное. Ну, вот, то есть тут тоже можно прогуливаться, ходить. Обязательно магазинчики, покушать тоже обязательно, кафешечки. Мост очень хорошо продувается, знаете, такое наслаждение просто вот, ну... Нет жары этой. Класс.
просто на велике поехала. Вот, кстати, удобненько, Оля. А помните, мы в Киеве гуляли, так там не совсем удобненько, когда мы по стеклянному мосту ходили. Оставлю видео в описании, посмотрите обязательно. Наблюдать за Наташей, как она бублик фоткает. Ну, давайте. Красота. Не, красиво, красиво, правда. Не жалеем, что сюда приехали. Куча приключений у нас было. Все видео оставлю в описании. Но это очень даже красиво. Фантастически, да. Да? Ну что, идем вперед. У меня только что сейчас маска чуть не улетела. И этот терминатор. I need your dress, или как он сказал? А теперь, если бы я не улетела, твоя одежда. I need your mask. Не, у меня это запасные есть, так что не волнуйся, если что. Да, я не конечно. Волнуюсь, я подойду, пускай они волнуются. И возьмешь чужую маску? Нет, ой, сколько скутеров, смотри, велосипедов. Ой, велики, я хочу... А это чьи? Подожди, это же не аренда, а аренда. Да думаешь, учить, они так привязаны. Классно. Так, ну вот здесь мы и попали в это все такое классное, яркое. Смотри, это вот фиолетовое название кафе, да? Фиолетовое, Морелис. И фиолетовые эти штучки. Идет как-то мэтч в тему. Что еще здесь есть? Дольче Грит. А такие, знаешь, эти вот, как это называется? Они маршмеллоу, такие вот. Ага, маршмеллоу, да. Стульчики, да. Маршмеллоу. Зефирки, зефирки. Зефирки. Зефирки и на вид там похожи. А как они вниз спустились? Не знаю, как-то понимаю. Спустились. Тут какой-то зеленый дольче. Да. Счастливая, что зеленый? Не знаю, healthy food. Ну, о, это город-сад уже пошел. Ты написал хоть раз, что не, это нездоровая пища. Ресторан нездоровой пищи. Да. Все его знают, все там едят. И все живут, выживают. Ну, понятно. Ну, красивый такой. А, вот он скрыт, да? Вот мы и пришли, что здесь такое. Ну я вот и... Я хочу подойти к этому самому-самому большому глазу. Ну пошли, а где оно? Вымирало. Ну вот, прямо где. Ну, а сейчас идем. Вот, спустились мы уже. С мужем какие большие деревья посадили. Потому что они явно не выросли, их огромными сюда везли. Как они прижились вроде бы, посмотри. Интересно, как вот лица. Ресторан нездоровой пищи, ты спрашивала. Да, я желаете посетить? Неужели мой намек непонятен на простые обстоятельства? Не, на деревья так интересно сделаны, вообще как переходят один в один. Наверное, здесь тень все-таки они дают, некогда днем. Не знаю, без понятия. Где сувенирчик? Ну что, народ, захотели бы здесь оказаться? Пишите комменты обязательно. Пойдем посмотрим, сколько стоит. Давай. Может, интересно? Сувениры. Мы как-то уже после мечети Шейха Заеда сувениры рассказывали. Ну, давай перевернем. А что с ценами есть? Что у нас здесь цены? Давай. Переворачиваешь, я не вижу. 22.50. Ох ты, ёлки. 22.50? Вот за это, да. Дороговато окей. Это. Окей. Заходите, ну, мы поняли, в Day to Day. Или вот 13 дирхам. Или возле рифмола есть магазинчик. Если у вас есть возможность, то, конечно, можете брать. Да, но есть, если у вас варианты, такие деньги, есть не вопрос, да, но не это вопрос. Вот 19 дирхам. Знаете, как в аэропорту Дубая примерно цены, мне кажется. Вот это мне нравится. Причем? Давай не, посмотрим. Непонятно. 11. 11. Ну, еще как более-менее, хотя, но все равно дорого. Так, чашка с Дубаем, что у нас здесь? 65. А термосик такой почему? Термосик симпатичный. 45. Легкий. Вот термос симпатичный. Ну это не термос, наверное, термокружка, наверное, ну, да? Да, чашка такая. Футболки всякие. Почему футболочки здесь у нас? 31 дирхам. Ага, вот такая вот типа. Ну так вам сказать, скажем. Ну, это дорого. Нет, скажу вам правду, сразу это дорого. Да. Верблюдик симпатичный какой. 94? Что, серьезно? На глаз, на это закрывать лицо. Традиционная арабская женская. 21 дирхам. Женская что? О, брелочки. Симпатичные, но 12 дирхам. Ну еще куда ни шло. Ну, но все равно. Совочки такие, 16 дирхам. Смотри, какой мишка. А мишка почему? Ручками и ножками.
за ваши деньги, за ваши 10 дирхам. Смотри, какая прелесть. 10 дирхам? Да. Ну, тяжелый. Совушки. Я уже сказала, да. Вот такой вот мне нравится. Традиционный чайничек, да, 16 дирхам. Кофейничек, точнее. Кофейник. Вот такие еще. 19. Было 20 чем-то, 19 стало. Ну, вот такие вот здесь... В принципе, доступные подарки, но дорогие. Day to day во всяких магазинчиках на Дейли намного дешевле это будет стоить. Вот хотя бы такой верблюдик, я думаю, что он тоже дофига стоит. Заклеили ему горб, чтобы, наверное, мы не офигели от цен. Такой обычно стоит, ну там где-то дирхам 50 может стоить. Чтобы я вам не соврала, вот 48. И это верблюдик. А вот такая книжка чудесная, кстати, про шейха Мохаммада, шейха Дубая именно, вице-премьера Эмиратов. Все его истории, это интересно. Мы нашли на русском, а вот есть на русском языке, мы нашли, мы читали. Классно, вот это вот вещь, это интересная все-таки его история. О, кстати, она одна осталась, чуть ли не последняя, стоит она 89 дирхам. По-моему, мы за столько же ее и покупали. 89. Да, Наташа, да. Скажи, книжка классная, да. С его историями. Интересно. Да, интересно. Очень интересно. Нет, серьезно, хочу показать. Если на реальный слиток золота денег жалко, то вы можете приобрести магнитик за 13 дирхам. Это магнитик, 13 дирхам. Только он серебряный какой-то, но а не надо золотой. Снять пленку, оно так отсвечивает. Он золотой. А, он золотой. Ну, извините, за 13 дирхам вам еще и золотой. Ну, хотелось бы. Ой, какая чашка красивая. А ну покажи такую чашку. Покажи. 35. Ну это симпатично. Красиво, слушай. $10. Интересно. И удобно держать, да. И там еще внутри написано Бурдж Халифа. Вот так вот. Понятно. Пошла Наташа возвращать золото, а я выхожу с вами на воздух. И вот дальше подойдем мы к этому Айну глазу. Не, Наташа заставила меня вернуться в этот магазин. Тяжелый такой? Нет, конечно. Это копилочка. Это копилка, сколько такая фигня? 70 дирхам. 70 дирхам. Ну, в общем, если хотите кому-то привезти подарок, вот. Но она многоразовая. Привозите. Из поколения в поколение передается. Так что золотые можете бросать. Вот, смотрите, уже подходим мы к этому огромнейшему глазу. Айн. Он реально огромный. Да, называется это колесо обозрения Айн, глаз Дубай. Так что, что-то мы видим, такая конструкция уже какая-то космическая, если честно. Шопинг-фестиваль. А здесь все распродажи, типа. Продаж. Да, распродаж что-то не очень. Под но у нас есть много видео про шопинг, про ароматы. Про распаковку. Вот, если вам интересно, конечно, заходите, смотрите. Есть плейлист. Оставлю в описании. Вот. Ну сейчас. Ой, подходим. Что за монстра такая? Что за монстра? Да, ну это, конечно. Кстати, снова вот сувенирчики. Нечто большое, да? Да, ну вот он какой. Глаз Дубая. Ага, вот такие вот кабинища. Здоровые. По-моему, 40 человек. Я не помню. Но сейчас, по-моему, человек 10 или 12 в одну кабинку, которая простая. А вот там какая-то есть виповская, ну, имеется в виду, там тебе помягче будет диванчик, шампусик нальют или еще что-нибудь. Наверное. Там другие совершенно цены. Ой, боже, я так испугалась, думала, ты что, ты сейчас не вернешься. Я за тебя больше испугалась, чем это. Классный поездик. Поездик, солнышко. Ну и вот дошли мы до этого глаза Дубая. Ну вот такой он. Сейчас показываю вам. Ой, громадина, ему надо. Сейчас я свалюсь назад, но я вам покажу. Ой. Вот, все, аккуратненько поехали обратно. Да, это что-то грандиозное, конечно, сделали. Приезжайте, наслаждайтесь.
Ну вот смотрите, вот так мы сегодня прогулялись. Прогулка доставила больше удовольствия, чем, конечно, мы тут минуту посмотрели на Айн Дубай. Ну, конечно, надо когда-нибудь прокатиться, когда-нибудь, может, и прокатимся. Наверное, это этого стоит. Да, ты знаешь, когда с земли говоришь, и когда денег жалко, так, мне интересно, а потом там... Вот, ну ладно, это эмоции. В общем, надеюсь, когда-нибудь у нас будет ху-ху-ху. А вы пока ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Доброй вам ночи. Доброго утра. Кому ночи, кому утра. Кто когда посмотрел видео. В общем, спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока.